Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я покажу, как же сделать вот этот вот типа огнемет, так я его называю. То вдруг кто-то захочет поиграть в эту игрушку, я, может, оставлю ссылку в описании, может быть, если я не забуду. Вдруг кто-нибудь захочет побаловаться и захочет сделать бесконечный огнемет. Я всегда делал вот так, ломал, и думал, что у меня этим что-то выйдет, но нет, зря я так делал. Я надеялся, что у меня выйдет. Я ломал, сжигал вот эти вот штуки, да, сжигал, и вот это сжигал. Но, уйди, пожалуйста, только не сюда. Вот, нам выпала эта штучка. Я всегда, ну, что подожгу вот это вот жерло для факела. Давай. И думал, что все, ура, я теперь, у меня бесконечный огнемет, типа. Я думал, ура, все замечательно. Но нет, он перестал бить огнем. И я подумал, я просто случайно купил себе эту штуку. Вот я ее купил, мне ее доставили, я ее купил и просто поджег случайно, вот, иди нафиг, поджег, нет, я поджег вот это вот, и вот, и начал это ломать, ломайся, и все, у меня есть бесконечно это. Хороший, конечно, баг. Очень хороший. Вот это же горит уже, а вот это у меня все бесконечно. Не верите, сейчас я положу куда-нибудь. Так. Нет. Давай. Так, вот. И батарейку, например. Кукурузу. Нет, я боюсь. Что еще можно? Ну, давай. Ждем, пока вот это вот выкидываем вот сюда вот. Вот у нас все опять. Все уже это. И кладем. Ну не кладем, а держим. Надо чуть поближе, наверное. Еще ближе. Вот. Все бомбануло. То есть действительно это огонь. Уйди. Да, действительно это огонь. А не какой-то баг без огня. И смотрим на кубиках. Загорится ли вот это вот. Кубики. И они. Да, горят. Вы можете. Нет. Все. Я сломал. Надо делать новую. Просто какая-то тут фигня была, и она прожгла. Так, берем. Поджигаем. Вот это вот. Уйди. Да нет. Поджигаем. Теперь ломаем. Ломаем. И все. А-а, нет. Опять ошибочка. Но это надо долго делать. У меня, например, это не с первой попытки вышло. Так. Иди нафиг. И кладем. Кладем. И поджигаем. Лучше вот здесь. И ломаем. Сломали. Все. Нет. Опять. Ну, короче, таким вот образом получается бесконечно это. Пулялка огнем. Последний раз сейчас попробую. Посмотрю, выйдет ли у меня еще раз. Если нет, то я заканчиваю. Надо лучше батарейку. Так, у нас доставляются батарейки. Паучок самоубийц, ты это... Не хочешь ли туда?
Так. Да, ссылку я, наверное, оставлю в описании, вдруг кто-то захочет поиграть в эту. Так. Вот. Все, наверное, из-за этого. Вот. Надо все нет. Вот. А. Есть что-нибудь нормально? Вот, потушись. Я подержу лучше. Да, вот, потушилось. Почти. И... Тушись. Кач, пофиг. Поджигаем. И сломаем. Все, мы сломали. Все, замечательно. Все, теперь у нас, правда, бесконечно это. Пулялка. И... Все. Мы можем даже паучков убивать. Только он сейчас почему-то не убивается. Так, вот, мы его убили. Нет. Так. Бомбим. Так, вот это я лучше уберу. И что я хотел показать? Ну, в принципе, что тут показывать? Ну, кирпич. Ладно, хотя магнитик. Магнитик. Берем. Да, я думаю, это все. Но я надеюсь, кому-то помог. Вдруг кто-то захочет такую штуку сделать бесконечно. Так, у нас он уже загорелся. Ну, а напоследок, я думаю, сделаю до фигища этих батареек. И потом взрыв. Я ж любил взрыв. Нет. Фух, не испортился. Паучок. На. Нет. Короче, пусть так. Он у вас все равно не потушится. Вот, мы его достаем, он даже не потушился. Так, ну можно класть батареечки. Так, вблизи так не бомбанет. Бомбанилось. Я вот сейчас ее уберу. Ну, я думаю, что сейчас бомбанет. Да? Да. Так, теперь набрасываем батареечки. Набрасываем батарейки. Смотрите. Это пуля. Набрасываем батарейки. Опять покупаем. Еще где-то столько хватит. 9 батареек хватит. Один. Так, покупаем. Ты уходи. Монетку я собирать не буду. У меня их и так 571 штука. Так что мне достаточно. Ладно, окей. Не могу я просто так смотреть на монетку. И не взять ее. Но я думаю, это не такой взрыв, который я снял и еще не выложу. Первый взрыв я выложу, а вот я снял. Вот здесь вот дофига батареек. Вот просто дофига. И офигенно. Ссылку я выложу и на группу ВКонтакте, и на саму игру. Надеюсь. Автобус. Не, я хочу велик. А, не. Кирпичики. Я сейчас сделаю такую ситуацию, как около моей школы домик взорвался. Вот я сейчас хочу такую ситуацию сделать. Так. Покупаем и строим дом. Типа. Это ломаем. И строим дом. Такс. Ну, мои друзья меня поймут. Надеюсь. Fuck. Yes. Это кладем вот сюда вот. Если сейчас не получится, то не судьба.
не судьба. Надеюсь, получится. Так, заранее лучше сюда было. Не бумагу. Повезло. Так, это все кладем. Кладем. Так, складем. И все мы это будем считать за один баллон. За один. И строим домик. Но это не дом, это квартира. Та, которая бомбанула. И фак. У меня, походу, кирпич будет не такой. Не достать, наверное, да? Вот. Ой, господи, я себя сейчас... Не. Кладись. Понятно все. Хотя я еще могу построить. Вроде те батарейки не бомбанули. А, хорошо, что еще один кирпич есть. Допустим. Все, у нас все получается. Ну, а это, допустим, я на своем велосипеде проезжаю. Слава богу, что у меня не деревянный. Вот мы проезжаем. И тут бомбит дом. Один газовый баллон. Ну и вот. Мои знакомые меня поймут, я уверен. И всего лишь у меня денег, где... Какая красивая цифра. О, велик загорелся. Гори. Вот, я спас переднее колесо. Так же, как и с бесконечным этим огнеметом. Серия вышла в 10. 6-5 минут. Надеюсь, она вышла в 10. И я на этом заканчиваю. Опять та же цифра. Ну, вот все. Тратим эти вот штуки и заканчиваем. Так, ты пойдешь вот сюда на огонь. А, ой, тобой, ага. Так, все у нас горит. Опять эта штука выпала. В итоге у нас денег 990. А этот нам что-нибудь даст? Да. Опять та же сумма. Ни на один рубль не могу получить. Вообще. Какая же это все-таки надпись, да? Кладем. Гори. Я тебе даже помогу. Деньги только давай. Давай. А нет, все равно. Не на один рубль. Может, это максимальная сумма? Наверное. Ну и ладно, еще. И все, и заканчиваем. Разжадем. Кстати, не забываем вступать в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Повторяюсь уже третий или четвертый раз. Ссылку на игру я, наверное, оставлю. Ну все, у меня сейчас, наверное, будет все-таки на 1 рубль больше. 1000 сейчас будет монетка. Надеюсь. Так. Кладитесь. Ага. Ага. Одиншки. Угу. Да, это максимальная сумма. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте в описание. Ссылочку на игру я оставлю, надеюсь. Всем удачи, всем пока.